Александр Есимовский. Без лишних промедлений. Здравствуйте. Волнуюсь. Прошу 4 стихотворения лирических и не очень. Я сегодня любовался небом. Небо было чистым, как слеза. Над Сакмарой распушилась верба, а еще вчера была гроза. Снег растаял, не прошло недели, стала полноводная река. Птичьи стаи с юга полетели в небе, заменяя облака. Ветерок степной над Оренбургом песню о весне мне напевал в такт ему. В речном потоке бурном вдоль Беловки танцевал Урал. Я сегодня любовался небом, взором обнимая небеса, а над речкою шептала верба: пусть проходит стороной гроза. Спасибо. Стихотворение одной из южих. Эх, Россиюшка моя, эх, Россиюшка моя, ты словно пьяная, эх, судьбинушка твоя, да окаянная, мы с тобой под локоток идем по времени, то полет твой так высок, а то коленями на земле оставишь след, бразды да полосы, то кричишь на белый свет, а то без голоса. Эх, Россиюшка моя, да беспризорная, а где ж запрятана твоя труба дозорная? Отличать, чтоб ты могла добро от нечисти, чтобы ты всегда была в чину да в почести. Эх, Россиюшка моя, да ненаглядная, навсегда с тобою я, моя отрадная. Стихотворение, которое, наверное, знакомо, не знакомо, а чувство знакомо каждому. Школьное фото. На фотографии первый звонок, где мы, первоклашки с цветами, наш ожидает наш первый урок, открывающий двери в мир знаний. Только вчера провожал нас детсад, сегодня мы стали взрослее. Школа, линейка, целый парад идет в нашу честь на аллее. Первый учитель, словно восход, что мир пробуждает лучами школьной поры, осветив небосвод, солнцем восходит над нами. Первые буквы, слоги, слова, первые цифры, примеры. Первый учитель впервые подал уроки хорошей манеры. Школьные годы в былое ушли, другая настала забота. Наши детишки в школу пошли, а мы смотрим школьное фото. Ну и завершу стихотворением «Август» по мотивам произведения Рэя Брэдбери. Вольный перевод, поэтический. «Август, пить надо медленно, как фруктовый ликер. Наслаждаться размеренно каждой каплей, свой взор сквозь хрустальную рюмочку устремив в небеса и ловить солнце лучики, позабыв о часах. Разбавлять ночи августа огоньками свечей, терпким шепотом бахуса, томным взором очей, стрекотанием кузнечиков, щебетанием синиц. Дни закладывать в ленточкой между книжных страниц, чтоб ноябрьским вечером эту книгу открыть, летней жаркой беспечности в холода ощутить. Я прошу вас, опомнитесь, не кричите о том, что, мол, лето закончилось. Наслаждайтесь теплом, пейте август по капелькам. Тут не нужно спешить, чтобы август был праздником, август надо любить. Спасибо.